Так, всем привет, продолжаем ходить. Рынок Rampage. Ну, тут быстро он закончился. Блин, как они задрали, прям. Смотри, что происходит.
не понял. Да. Да, это покруче, чем надо. Я в шкафу прятал. Тут еще хоро. Так, окей. Это что сохранилось. Так, ключи один раз добыл. Интерплей, что ли, сделали? Точно не помню. Как далеко я что-то. Здоровый он. Ну да, ну вот я сейчас в эту играю, она совместима вполне. Ее какой-то фанат там делал сборку. Blood тоже есть, в принципе, совместимый. Но они разрознены не в одной сборке, но... Большинство все-таки сделано. Хоть как. Сейчас такие игры еще выходят, он скрипает, мы сейчас ускорим. Ну да. Ну, как бы, хорошо, что не DOS-боксом, так скажем, запускаются, а Source-порты. Ну, мне, например, для этого Redneck'а, чтобы запустить, вообще ничего не надо было. Я раздачу скачал и все. Может, там все в раздачу включено, но там тупо один инсталлятор и все. Проще некуда. Так, да, надо сохраниться. Взять. Вот это вот. Тут задрали. Сдохнет, не конец.
Тут тоже надо взрывать. Какой-то кринж получается. Прыгаю. ХП, хорошо, что не в ящик выстрелил, а то было бы сейчас плохо очень. Опять этот сволочь. Да, он убил. Это задрало, перемещает. Так, что, ничего больше интересного? Возможно, взорвать надо будет. Пока не пролили. Сейчас, может, тут что-то лежит.
посмотрим. Взрывается ли эта перегородка. Походу не взрывается. Даже не отсюда ключ. Интересно. Значит, где-то в амбаре. Все-таки. Где тут может быть проход? О, нихера. Это что сейчас было? А, я с другой стороны, да, оказался. Мне кажется, меня через стену вдавило, но я не против. Так, последний ключ. Да вот я тоже ни хера не понял. Ну ладно, не будем жаловаться, игра и так не очень меня любит, поэтому. Начало неплохое. Так, мистический что-то там. Пещера динозавров. Интересно, наверное. Блин, иногда не такого уровня скидывают. Просто зеркало. Допустим. Так, судя по звукам, тут крокодил. Так, и чё, и всё? Очень грустно. Видите, это чё, собак призрак? Обалдели, что ли? Баскервиль, ёбаный. Где ты?
Крабы. Так, выглядит так, что тут будто бы что-то надо будет взорвать. Типа. Я так сделаю, например. И ничего. Ну ладно, загружусь, мало ли вдруг пригодятся. Так, ну ладно, допустим. Взрывчатки по курс. Нихера не вижу, чё? Где? Где я всплыл вообще? Чё так темно-то? Rest in peace. Что это? The fuck? Ничего не понял. Цифрик. Нормально. Пока то место под водой выглядело самым подозрительным. Ладно, наплевать. Взорвали и взорвали.
там еще куча валяется этого динамита. Тоже место, я просто тут ружье не увидел первый раз. Ну ладно, допустим. Так, ладно, народ, я сейчас все-таки выкручу, потому что там очень пиздец темно. Гамму или контраст выкрутить, не знаю. Ну, гамму выкручу. Вот так вот. Я ее верну обратно, просто чтобы посмотреть, блин. Потому что это можно ебнуться тут. Так, понятно. Сейчас уберем воздух. Так, тут ничего. Тут. Ну, явно. Наверху что-то есть, но не лестница, ничего. Открываться. Так, в том доме тоже пока нечего делать без ключа. Это не желает открываться, а тут какой-то проход за кустами. Вот. Интересно. Но, походу нет ничего тут тоже интересного. Там секрет тут. Тут хер с маслом. Тут мы не пройдем. Да. Вот это самое галимое, когда карты небольшая, а куда идти-то ни хера я не понимаю. Потому что вариантов нет. Все равно.
там ничего. На этих тоже. Что одни вопросы. Ни одного ответа. Ой, нихера себе, это чё, блин? Это, короче, номер. А, тут ключ был. Лол. Лол. Вот о чем я и говорил. Кто бы увидел. Блять, баба тупая. Так, секунду. Вот. Не показался ли он тупо невидимый был? Уже даже не смешно становится, по-моему. Это юмор такой, по-моему, мне непостижимый. Так, ну сперва сюда попробуем. Нет, значит к динозаврикам пойдем. Видимо, пока ничего. Thank you.
Теперь я понял, почему тут призраки собак. Теперь дошло. Я сейчас кругаля дал. Какой смысл? Так, сек. Что там, кнопка? Ага. Блин, хорошо заметил. Вот опять эта история. Как же неудобно тут лезть почему-то, лестница, неважно, цепи, все сосет по-черному. Вот это вот, блин, ну ладно. Из-за чего ты узнал, как тут можно бежать, у меня башка крутится? Да вот сам не знаю, как так вышло. Но если бы ты не подсказал, что можно плыть быстрее, я бы не додумался вообще на shift нажать. Но он в принципе и так двигался не то чтобы медленно, поэтому мне в голову не приходил. Как? Ну окей, не подсказывал, ты выдвинул предположение, что может плыть можно побыстрее, поэтому подумал, а чё, вдруг правда. Так, блин, а чё с этой пилой-то делать?
Так, и чё? Чё-то меня это ни хера не воодушевляет. Вот эта фигня просто реагирует на дорожку. Может, ее взорвать надо? Хера вышло. Вообще ноль эмоций. Что тогда? А, вот, наверное. Она быстро включается обратно. Так, сейчас попробую сперва залезть как можно выше. Сохраниться. Потом вот так вот. Да, все получилось. Убиваем Джафар. Ох, ни хера. Это что поворачивает, извините. Штука не... А, ну она опять делает эту историю с белой дорожкой. Она вся движется? Да, вся движется. А смысл какой? Боже. А. Хорошо. Блин, а вот это зря. Все тут не по-человечески в этом морге сделано, или как это назвать? Похоронное бюро собачье. Лагерь Хрустального озера. Интересно, будет тут отсылка или нет. В Бладе она тоже была, это лагерь Хрустального озера. Посмотрим, что тут. Ну да, как бы. А, не кемпи. Джейсон решил кемпи подписать, чтобы люди почаще приезжали. Окей, ладно. Страшно. Что это за иероглифы такие, непонятно. Ой, привет. Ну мы друг друга не трогаем, ладно, плевать. Вообще никак, да? Блин, еще одна что? Что не дали? Теперь добил. Так, ладно, я хочу попробовать, могу ли я. Могу.
это его домик, да, судя по всему. Очень похоже. Так, что-то у меня, значит, скачки какие-то. А, Игорь и Лунатики. Уже было спустя. Что-то я там пропускаю наверняка. Чего я тогда сюда ходил? Ну ладно, пока что забьем на это место. Пойдем, куда идется. Я не помню, чтобы в Кристальном озере было столько собак. Не канал. Так, ключ нужен. Карту херово прорисовал. Опа. Секретка. Да, сегодня.
погоди. Sunday, Monday. А, это воскресенье у них в начале. Начинает. Ну да, сегодня пятница. Все сходится. Явно не к Бубе сейчас принимать надо. Он нужен где-то. Так, тут я еще не знаю. А, чтоб скатиться, понятно. Сюда мне еще пока рано. Вот эти редники зомби от Трома. Так, у меня сейчас из башки вылетело, где я видел еще одну дверь с ключом. Вот эту, что ли, по-моему, да? Собака, да. Твою мать. Вот как с этим работать? Зачем собак суют в узкое пространство? Открыли, помянем. Секрет тут.
Так, ну третий ключ мы все еще не нашли, поэтому я думаю рано пока что покидать эту область. Все еще меня тут что-то смущает. И помимо дядьки, который тут плавает зачем-то. Так, секундочку, обратно меня не вернул, да? Я правильно понимаю? Подло, подло. Ну ладно. Может быть, открылось что-нибудь в том доме, который вначале стоит. Там же куча дверей, которые, ну, ключи не требовали, но были закрыты. Тут, например, нет. Наверху. Тоже нет. Ну ладно, будем искать. Ну, на крайний случай вернемся опять к порталу, посмотрим, что там за дела такие. Я где-то там ключ пропустил, инфосотка. Ай. Блин, теперь вспоминать, как я туда попадал вообще на это место. Там. Там. Ну, точно не отсюда. А, через подвал я вроде бы попадал. Мне кажется, оно по колоннам надо залезть. Ну да, я был прав. Хорошо догадался. Ага, это не перемещается. Окей. Бигфут конвеншн, сходка
снежных людей, типа. Здоровенный фургон. Смотри, какая наёбка. Как это возможно? Окей, ладно. Я тоже подозрил, что что-то неладно. Пойду пока что.
Вот это бомба. Скупнуться. Тоже под Волгой. Почище. Вот тут вообще дыра какая. Да, он упал. Блин, какой-то огромный прям уровень. Ни одного ключа до сих пор не нашел. Так, ну это знакомое место. Вот тут сцена, где два пришельца были. Нужен ключ. Вот и ключ как раз. Не знаю, отсюда, не отсюда. Проверим. Не отсюда. Было бы слишком просто, наверное. Идем сказать дальше, что делать. Huh?
прогресс идет. Посмотрим, не от той ли двери ключ. Хоть и здоровый, но все ключи мы почти прям подряд нашли. Не так много пришлось бегать, как я думал. Стал вспомнить, куда последний ключ сувать. Это тоже очень интересно. Вспомнил, от чего ключ. Он тут как раз. Обманка, что ли? Thank you.
Хуже роман. Дамба хуже роман. Окей, допустим. Так, лучше загружусь, потому что я им не хотел его потом. Оказаться, что я к нему шел, чтобы он умер. Погоди, это кто? Это бесята? Столько мест, куда можно подняться. Ладно, будем по мере поступления это решать. Давай сюда посмотрим, куда оно приведет. Ого! Чё у вас так много-то? Подруга сдохла нормально, а ты что-то выпендрил. Пиздец, какая противная сволочь. Ужас просто. Horrible person.
Ага, вот сюда я смотрел, понятно. Ну, сразу два зайца, как говорится. Значит, нам сюда вроде как. Плавать придется, видно сразу. Как тут худ убрать этот черт? Вот. Слепую жмешь, не видно куда. Соображаю, я уже потерялся, блин. Все на ней двигается. Ради чего я все это делал? А, то есть обратно мне вообще не судьба. Ладно, понятно. Так, может быть, так вот. Ага. Уже похоже на правду.
Ничего себе, вот это взрыв был. Запрыгнул, не за... захотел. Так, все прошло отлично. Теперь можно немного выйти. Блин, тут еще мина была. Ну ладно, плевать. Так страшно. Все правильно сделали. Так. Смотри на меня, перестал хотеть получать урон.
табу бы не утонул, слушай. Вода довольно высоко поднялась. Или его дальше повели. Куда он поедет? А, нет, тут можно пройти. Нет, тут он, видимо, исчезает. Окей. Макс 2D. Странное место, просто чтобы туда посмотреть. Странное решение. Ну ладно. Так, куда мы еще можем? Такое ощущение, что тут больше нет. Очень странное место. Тут уже и не пройти ничего. Так, надо прикидывать, куда что. Так, все хотят нас выстрелить, все. О, господи. О.
ботиночки он вынул. Бабенки на первом ряду тут нет. Мы узнаем, куда можно применять. Это было зря, ну ладно. Страшно. Так, где рука? Интересно, можно мне мимо них пройти? Да, можно. Блин, не лучше. Хорош мне телепортировать, блядь, туда-сюда. Окей, ладно. Да.
Куча женщин, это уже не смешно. Главное, чтобы меня опять там не перемещал постоянно. Хромакей. Ну, нормально, картинками тоже даже заморачивались, смотрю. Жалко, что это в таком качестве. Поганым, я не знаю, что он там не смог пережать.
Ладно, на этом тогда закончим. Спасибо вам, что посмотрел. Завтра, наверное, буду начинать Legacy of Kain последний, который Дефин. Наверное, его, да. Ладно, тогда всем пока.